казацькие песни, они поют по-украински. В России, да. Метров выделили для индивидуального строительства. У нас проблема, в общем, за площадь между домами, да? Да. Вот. Я сейчас могу сказать. Сейчас у нас идет одна цель – сделать спокойствие в Ялте, чтобы в Ялте граждане Ялты чувствовали себя спокойно, никаких, ну, понимали, что на сегодняшний момент происходит, что их никто не бросил, что Россия помогает, что войска стоят, охраняют, что будет мир, не будет никаких стрельбы. А по поводу придомовых территорий и всего остального, это будет решаться позже, когда решится этот глобальный вопрос. Потому что на сегодняшний момент приходит много людей, которые со своими проблемами. А вы общественный деятель? Да. А какую организацию представляете? Молодежная организация «Молодые регионы», всеукраинская. Ошибка была убить жидов и москалей. Это меня задело сразу, я просто встал. Сейчас мы в сердце распять. Над панорамой дерева с тобой, мама, и с вами, без единого вздоха и слов, в неназначенном доме, где напуганные глаза, а мы лишь благодарствуем. Мы с Украиной, вот, а здесь хотим сделать свое, чтобы все, которое принадлежит нам, чтобы было нашим, все.